Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, турнир закончился, и мы забираем свои награды. Так, мастер, одна звезда, отлично. И поехали. Так, 8400 сюриков, 40 ДНК на Леонардо видение, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Плюс здесь забираем награды за Лигу мастеров. Отлично, так. Награду забираем здесь. Поднять уровень персонажа. Кстати, а у нас никто не улучшится, а? Нет. Леонардо видение, видимо, не хватило ДНК, чтобы ему прапаться, да? Где он у нас вообще находится-то? Леонардо, покажись. Так, Леонардо видение. Это ролевой. Погоди-ка, я не понял. Видимо, слишком быстро проматываю. Так, здесь у нас Леофильм. Ролевой, так, здесь нету его. Так, тут видение, классика, Микеланджело. Оригинал. Донателло, так, острозуб Пиццелицей. Вот он. Ребят, 45 ДНК у него, да? То есть нужно 80. Еще 35. Кровь из носа нужно будет как-то получить. Ладно, тут у нас кто? Леонардо. Что-то сегодня Леонардо, да Леонардо, все на него, да? Падает. Так, а мы будем с тобой искать сейчас для нашего Донателло. И нам нужно найти 7 комиксов. Погнали. Как обычно, тыква и ничего кроме тыквы. Да надо же, дали мне один комикс. Молодцы, спасибо большое. И опять тыква. А здесь пошли поборы, да? Нет. Выдали. Один комикс мне выдали, даже второй. Ну и в основном выпадает тыква. Слушай, подожди, подожди-ка. По-моему, фартит. Воу. А ну-ка, давай еще разок. Нет, тыкву. Тыкву и все здесь, да? Далее. Так, подожди-ка, у нас с вами, может быть, уже достаточно. И еще один комикс нужно найти. И вот как раз на последнем комиксе начинается вот это вот дребудень с тыквой. Ну ты посмотри, а. Комикс, чувак, получили мы. Все, ребят. Так, нам еще нужно будет найти с тобой 11 знаков, да, вот этих вот. Это мы уже будем искать в следующей серии. Так, а у нас наградочки. Пройти серию испытаний. Побежали, быстренько с тобой пройдем. Берем наших супер топовых чувачков и начинаем их потихоньку здесь бомбить. Так, сегодня у нас среда. Ребят, понедельник я, как говорится, профукал. Поэтому бустануть сегодня не получится. Но будем все равно как-то пытаться вырваться в лидеры. Так, минус один Маузер. Тихо-тихо, подожди, давай мы его добьем. И здесь тоже попробуем ушатать. Давай, Майки. Красавчик. Так, вторая волна. Кто у нас тут? Бибоп, Рокстеди, все как всегда. И мы делаем с тобой суператаку от Усаги. Сейчас бомбанет. Как так-то? Постепенный урон даже не повесил. Да ну, хорош, завязывай. Что за дела тут происходят? Так, Бибоп, я знаю, ты, конечно, мощный чувак. Ты можешь меня пробить, но я не буду ставить уклонение, потому что я хочу в рукопашку тебя бомбануть. Ать! Молодец, Усаги. Красавчик. Ну что же, прошли мы эту испыталочку. И что у нас там еще остается? По-моему, поднять уровень персонажу. Насколько я могу помнить. И у нас, наверное, будет апаться кто? Донателло. Да, именно он. Давай-ка мы с тобой посмотрим. Да, поднять уровень персонажа. Хватит у нас мутагена на Донателло. Вполне. 78 уровень. Неплохо. Забираем остатки наград. Зайдем быстренько с тобой в магазин и глянем, что у нас тут есть. К сожалению, ничего приобрести не могу. 20 тысяч сюриков у нас. Ты прикинь, неплохо. 39 монет. Это плохо. И 190 жетонов. Тоже не ахти. Зато 627 у нас долларов. Поэтому я могу себе позволить купить вот так вот 100 телепортов.
Ну что, друзья мои, давай посмотрим. До конца 6 дней, все дела. И у нас тут Донателло Видение разыгрывается. Кстати, тоже неплохой чувак, надо будет его приобрести. Точнее, не приобрести, а прапать. Потому что он у нас уже есть. И начнем потихонечку. Тут, в принципе, начинаем с любого. Нам тут никто не в указ. 17 и 16 уровень. Поехали. Донни, Рокстеди и Бибоп против Пита, Карайки и Леонардо Фильм. Упал. Ага, Донни тут слабоват. Рокстеди завалил. Так, и... Ну, сейчас, Карайчка, ты доиграешься здесь. Бамс. Пробили. Первый бой, как всегда, ребят, на изи. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый тоже будет на изи. Вот дальше придется немножечко попыхтеть. Ну-ка, воин. Одна звезда, 30 место. Да, бустануть не получится, к сожалению. Опять тут Дэйв. Вот, берем с тобой Серегу. 16, 18 и 15 уровень противников. А у нас 30. Тем хуже для него. Ну, естественно, начинаем с мухи. Давай попробуем пробить ее. О, нормуль. Так, Рафаэль понизил защиту, это классно. Так, Макман, оп, Топотун, смотри, 18 уровень, да, и нанес все-таки урон. Вот шитик. Ну-ка, давай-ка мы его сейчас, наверное, прижучим. Да, Рафаэль красавчик. Со своей маленькой вот этой вот черепашкой на плече. Ну, а мы с тобой переходим на следующий бой. Тут все довольно быстро. Кстати, я не посмотрел, кто у нас будет на этой неделе в испытаниях разыгрываться. Надо будет посмотреть, согласись. Ага, черепашья буря. То есть мы сможем с тобой пофармить здесь немножко ДНК на наших черепашек. Потом у нас идет мания Майки и городская война тени на солнце. Отлично. Будем проходить. Так, ну а нас... Турнирочка. Роджер. Так, ну по кубкам, я думаю, тут абсолютно все одинаковые. Так что не имеет значения. Берем Виктора. Берем с тобой Виктора. У него бронза, серебро. Понятно. Для нас то, что нужно. Как раз под моих персонажей они быстренько их разберут. Ну что же, погнали. Начнем с Пита. А, нет, Пита не будем трогать пока. У него... По нему пониженная идет атака. Видишь, стрелочка вниз красная. А если я вот так сделаю? Воу. Получи. Так, Пит, ты уже здесь бесполезен. Тебе хилять некого, а по атаке ты слабак. Замечательно. Ну что же, переходим на следующую битву. Когда уже там будут 40 уровни, а? Потому что тут самое легкое пока начинается. Смотри, как мы с тобой долго выходим из Лиги Воинов. Очень долго. Раньше мы с тобой сколько там, два боя уже чуть ли не в самураях сидим, да? А тут до сих пор в Лиге Воинов, офигеть. Ну что же, Юлиана, я так понимаю, скорее всего, это должна быть. И мы с тобой против 20-х уровней уже выставляем. До сих пор еще 30-е идут. Я думал, что будут 40-е. Да, много очень 30-х уровней, на самом деле, у меня персонажей. Надо это дело исправлять. Так, бросаем бомбочку с тобой. Хопа. Промахнулась Карайка. Ай-яй-яй, как так-то? А ну, Караф, вжарь-ка. Хе-хе. Эйприл просто упала, сразу же сдалась. Так, нейтрализатор еще что-то тут. О, даже урон нанес, причем неплохой. Но это его не спасает, мы его, как всегда, подбили, и он отдыхает. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И у нас воин, и становится, да, воин 3 звезды. И 83-я позиция. Долго идем. Так, Син, Фредерик, Сашка. Ну ладно, давай возьмем Фредерика. Фредерик, раз, два, три. Так вот. У нас 34 уровень, а у него какие там 20-е, 18-е. Да? Я ничего не попутал. А ну-ка покажи, ага, даже есть 22 уровень. Так, Мондагека нам бы желательно, конечно, побыстрее ушатать, чтоб тут обошлось все без бафов, отлично. Хан, а ну-ка.
Воу, саблезуб, ты красавчик. Сразу его ушатал. Ай-яй-яй. А ну-ка. Эх, Пит, Пит. Ну и остается у нас тут Донателло. Жух. Плохо. Да ладно, Шинигами, что ты? Ну, действительно, подписчики мне сказали, что Шинигами на самом деле очень слабая. Единственное, что, конечно, у нее вот этот есть удар, где мы вызываем призрака Они. Если его прокачать, я думаю, будет хорошо. Но на одном ударе, согласись, далеко не уедешь. Так что это еще большой вопрос, стоит ли ее подтягивать. Якуб, тут Деянира, Деянира. Ладно, возьмем с тобой вот этого нонейма, потому что он уже в элите сидит, и уровень у него уже 28 здесь. А мы 30-ники-то отыграли. 35-й, вот, 40-й, все, отлично, нормуль. Должны, в принципе, пройти без всяких тут сучков и задоринков. Кого бомбить будем? Начнем, блин, слева хотел. Давай массовую атаку сделаем. Что-то как-то кисло. Так, Ванюш. Блин, не то сделал. Ладно, фиг с ним, поехали. Хоба, минус двоечка. Так, Лео, отдохни. И Донателло тоже отдохни. Красиво сейчас получилось, на самом деле. Я даже сам не ожидал. Просто мы не дали шансу врага. Точнее, шанса врагу не дали, чтобы он даже смог атаковать нас. Вот так вот, все идеально. Наконец-то мы с тобой перешли в элиту. Прям, блин, не верится. И поехали. Так, Роджер опять же. А все абсолютно одинаковые, да, по кубкам? Тогда давай начнем с Фиамонг. Раз, два. У меня тут 40-й уровень вовсю, да? А он пока еще на 24 и 25 уровнях шатается. Вот, массовая атака. Вот их бы я с удовольствием прокачал бы, ребят. Наших вот этих вот кроликов. Ну, ты сам понимаешь, что ДНК на них, ну, это вообще какая-то проблема найти. Они даже нигде, по-моему, у нас и не фармятся. Только в магазине. Так, Донни, хорошо выделываться. Оу. Кусуригами. Почему у него три штуки их, а? Мне интересно знать. Про запас у него вроде две руки, но он почему-то тремя жонглирует. Так, и на какую позицию мы с тобой переместимся? 34-я. Окей. Денис, Зарус бедняга, Роман и Луис. Ну, давай, конечно же, берем Романа. Где кубков больше, того и будем с вами разбирать. Пиццелицы. Ой, красиво как. Они до сих пор еще 29-30 уровень. Но мне кажется, что в ближайшее время сейчас что-то и поменяется у нас. Ну-ка, баллончик бросай, пожалуйста, в них туда. Опа. Ага. Тихо, 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 роднулечки, успокойтесь, кролики. Смотри, что делает, а. Торнадо. Минус два. И плюшечку. Нате. Хоп-хоп-хоп, откуда он это все достает, потом еще съедает и дергается, бедный этот пиццелицей. Кто говорил из подписчиков, что Микеланджело в какой-то серии съел... Ой, Микеланджело. Пиццелицего съел Микеланджело. Я бы хотел бы посмотреть на это дело. Он же обожает пиццу. Да они, по-моему, все от нее пищат. Так, ну что, берем Кена. И тут уже у нас 30 уровни. Ну, разница буквально в 10 левелов. Да, грубо говоря, плюс-минус там 5-6 уровней. Так. Блин, Крэн, когда же ты прокачаешься у меня, а? Как же я хочу тебя прокачать. Давненько, кстати, не было испытания на него. Опа. Крис Брэдфорд упал сразу же. Что-то новое. Ё-моё, а чё мы так быстро-то их расписали? Я, честно говоря, думал, что хоть, ну, 2-3 удара там боя будет. Да? Ну, нифига. Быстренько, практически с 3 ударов они упали. Ой, хотелось бы дойти сегодня, ребята, до сёгунов. Но мне кажется, вряд ли это получится. Я уже беру, как говорится, по максималке, по кубкам, все. Но до сёгунов не доберемся, потому что я уже вижу, что персонажи у нас все меньше и меньше. Ну, давай тогда подумаем, что мы с собой доберемся до самураев. 3 звезды. Тоже, в принципе, будет неплохо, да? Эта неделя, получается, у меня прогарная, так как, друзья мои,
завтра на работу, опять на 2 дня. И получится что? Получится то, что мы с вами не сможем сыграть нормально. Ни на турнире, да, ни в этом. Соответственно, я получу мало кубков, малый рейтинг, соответственно, осколков. И ДНК на Донателло видение тоже у меня будет мало. Да. И погодка такая на улице стоит сейчас. Жарище, ребята. У нас буквально еще неделю назад снег валил. А сейчас просто жаровня. Дома не сидится. Просто хочется погулять. Потусоваться. Так, ну что. Тут, в принципе, никакой разницы нету, да, кого брать. Раз, два, три, четыре. Два Рокстеди у нас здесь в компании, да, получается. Лео Видение. Так, секундочку. Давай-ка мы, наверное, с тобой. Слушай, а что у нас вот это делает? По-моему, понижает защиту, да? И что? Ну и что это было? Что он там сделал-то? Да, что-то, по-моему, фокус не сработал у нас. Так, ну-ка. Ага, Лео упал. Два носорога. Ну и что ты делаешь? Майки, что ты делаешь? Там все равно ничего не висело плохого на вас. А он снимает дебафы. Но он, по-моему, тем самым повышает инициативу команды, насколько я помню. Опа. И ни одного контрудара. Зажарим всех до хрустящей корочки. Окей, двигаемся с тобой дальше. Так, сегодня я еще планирую снять для второго канала Monster Train. Да, карточную игру про Властелинов Ада. Я не знаю, ребята, вам хочется посмотреть продолжение Рунетерры? Тоже карточная игра, да? По Лига Легенд. Пишите в комментах, а то фиг его знает, нужно или не нужно. Я бы сам не против поиграть. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Ну вот я тебе скажу, Monster Train очень сложная игра. Я думал, что там все можно будет по-быренькому, но не тут-то было. Все время перепроходишь, что-то новое получаешь. Я открыл там, кстати, себе еще один клан, который будет мне помогать. Они, как тебе сказать, демоны заморозки, можно их так назвать. Ну, в общем, если сегодня успею, то можете заходить и посмотреть. Так, кролики, хорошо выделываться. Твою ж налево. Эй-эй-эй-эй-эй, тихонько, тихонько. Ребят, я только сейчас увидел, что у них 30 там с лишним, да, 32 уровень. Побежал, как говорится, радостный. Так, мы можем с тобой вот так бомбануть. А можно было бы хильнуться. А ну-ка. Красавчик, Шреддер. Так, ну что, добиваем? Ну, белочка. Лисичка, точнее, лисичка, это лиса. Я ее все время называю белкой, потому что она такая же шустрая, да, юркая. Лиса-то она хитрая, а тут именно вот как белка похожа. Так, ну что, мы с тобой вылете в этой застряли, что ли, на сегодня? Нет, мы последний бой с тобой делаем и переходим в самураи. 36 уровень здесь у противников, а мы уже на полтинниках с тобой висим. О, роднульки мои, не повезло вам. Я же тоже в этом не виноват, что я 3 дня не мог поиграть. Только сейчас дорвался. А ну-ка. Хопа. А если я еще баллончик брошу? Бабах, минус двоечка. Крысы добьете или нет? Добили. Все, что-то игра прям в угаре у нас в каком-то, так скажем. Да нет, на самом деле, потому что противник слабоват по уровню. И, наконец-то, мы с тобой зашли в самурая. Пока одна звезда, не знаю, может быть, до 3-то все-таки доберемся с тобой. Подожди-ка, ладно, не будем менять. Что-то я тут запаниковал, начал кликать на все подряд. Что такое, Рэй, с тобой, а? Что происходит? Ну? Давай сделаем дебаф на них. Понизим защиту. Так, кого бы бомбануть? Наверное, кроликов в первую очередь. Ать, не вышло. А если так? Окей. Так, можно ускориться нам, да? За счет морозильной кошки.
Севермонте, с кого бы нам с тобой, наверное, будем бомбить Бакстера. А ну-ка. Тидич. Отдыхает. Крис Брэдфорд пытается изо всех сил, но он повесил контратаку, причем на двоих. Значит, будем бомбить пока его. Бомбить. Уложили просто с полтычка. Так, О'Нил, давай. Да что ж ты. Хиляться, я думаю, пока не стоит, а вот комочек я, пожалуй, брошу. Упс, пардончи. Так. А что этот, ребята, танец делает? Я не понял. Тоже дебаф на защиту, да, получается? Вот именно у Ксивера Монтуса вот этот вот танец. По-моему, на защиту. Но все-таки, мне кажется, у Хана покруче это все происходит, потому что он может повесить еще понижение атаки. А это неплохо. Так, мы с тобой на 44-й позиции. Получается еще где-то боя 2, чтобы нам перейти в самурай 2 звезды. Так, кто у нас тут? Сашка, Сашка, Ахмат. Давай Сашку возьмем. Обросший Сашка. Не брился год. Ну ладно. И так сойдет. Почесали. Ну, красавцы, что вы скажете? Давай бросим пробирочку с тобой. Не сработало. Так, а вот если Сплинтер, ну, молодец, добил. Так, кричим. И Ванюшка, стиранка, начинает стрелять. Так, Рафаэль выжил, ну-ка. Вот так вот. Джастин все-таки его добил. Прекрасно, превосходно. Так, ну а мы с тобой переходим на следующую боевочку. Посмотрим, я не знаю, ребята, сегодня может быть попробовать пройти одно из испытаний. Как ты думаешь, а? Сразу же, на горяченькую. Чтобы нам потом с тобой меньше пришлось проходить всего. Так, Кайрет Паха. Ну давай возьмем Паху. Паха-Птаха. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вот так. Вот. Ну, что у нас тут? Рафаэль, Майки. Давай начнем с Масух. И ими же закончим. Тыч. Оу. Ты смотри-ка. Макмунта выжил. Стоял, за голову держался, бедный. Головные боли его просто одолели. Но мы его победили. Так, двигаемся дальше, ребята. Самурай 2 звезды. 84 место. Хм. Так, выбор у нас с тобой невелик. Возьмем Гаррета. Гаррет, это случайно не один из подписчиков, а? Гаррет. О, у меня такой подписчик есть. Ну что, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять и начнем. Давай вот эту смерть с небес. Но мы сделаем это на Роквеле. Упс, упал. На-ка. И добивочный от Армагоши. Довольно быстро и легко как-то бои проходят у нас, да? Я вообще без напряга. Тут у нас точно никто не погибнет, потому что я уже перехожу к класс имбы. Это у нас, сам знаешь, самые такие 70-е, 80-е уровни. Конечно, хотелось бы попасть в сёгуны. Так, и здесь у нас Ахмат Руди. Вообще мало персонажей. Вообще, ты прикинь. Вот у нас с тобой. Давай вот так вот сделаем. Чтоб по справедливости. 4 на 4. То есть здесь 4 персонажа мы отыграем с тобой. И на следующей боевке тоже 4 персонажа. Так. Добивочный. Классно. И последний у нас бой. Интересно, мы попадем в сёгуны с тобой или нет? Какая позиция, сейчас глянем. Нет, друзья мои, скорее всего, не попадем. Там всего лишь 20 ступеней перепрыгиваешь, а у нас тут 36-я позиция. Так что даже по кубкам все абсолютно одинаковые. Жаль, конечно. Я думал, что попадем с вами в Лигу Сёгунов, но оттуда уже будет немножко полегче. А так меня самураев опять забросят там на двухзвездочный самурай и опять подниматься наверх. Давай так, чтобы долго не ждать. Ну, конечно, у Усаги вот этот удар, он слишком долгий по анимации, да? Но зато очень-очень болезненный.
Там всякие скелеты, смотрю, вдалеке висят, лежат. В каком-то подземелье мы с тобой лазили, получается, да? Ну, где-то будет 5-6, да? 17 даже, ёпрсоте. 17 позиция, ребята. Это в лиге самураев 2 звезды. Не хватило, ты представляешь? Так, ну что, где у нас с тобой испытание? Мания Майки. Ну давай начнем с нее. Поехали. Кого нам дают? Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Блин, да ладно, не может быть такого. То есть мне дали слабых двух персонажей. Это Морозильная Кошка, да, и Джастин. Они 50 уровня. Тремя героями. Ну я не знаю, я попробую, конечно, порубиться. До какого? До эпизода 5, наверное, получается. Да, потому что первый эпизод мы с тобой проходим на изи 10-12 уровня, враги. Там уже будут 25 уровня. Потом 30. Ну да, где-то на эпизоде 5 нам придется, наверное, избавляться от них. И самое плохое, что у меня здесь именно Арахзар, да, Крис Брэдфорд и Зек. Хила нету. А без хиллера что ты здесь делаешь? Ничего. В принципе, из-за чего ты постоянно и проигрываешь? Потому что у тебя нету подлечки. Нет лечилки, соответственно, ты погибаешь. Помните последние вот наши бои, когда мы с вами выступали, да? Все проигрыши были только лишь из-за хила. Команда вроде бы мощная, да, все можно было бы зарулить, но нет. Почему считается имбой моя команда, где у меня Лео и Микеланджело, вот это вот? Потому что они два хиллера. Помимо того, что они очень сильные бойцы, один провокатор, другой дамагер, да? Так они еще хилять могут, то есть друг друга. А когда ты идешь без хиллера, вообще без одного, ну тут понятно, далеко ты не уйдешь. Ну первую волну пройдешь, вторую, у тебя же все равно здоровье будет уменьшаться, уменьшаться. Потом приходишь на топчик, и тебя просто растоптали и выкинули. Вот и все, обидно, обидно. А кого брать из хилов? У нас тут не так много. Пит, хиллер, да, потом кто у нас? Вот Морозильная Кошка, хиллер, Бакстер Муха и... кто там у нас еще? И Кирби. Если только их прокачать, ну как-то вот стремновато брать в команду имбы. Ну и даже не имбы, а среднего такого класса Кирби и того же Бакстера Муху. Они как бы занимают ячейку. Ты будешь сидеть и думать, блин, вот мне взять хиллера или же мне взять какого-то сильного бойца. И вот тебя начинает эта вот смута, как говорится, будоражить. Начинаешь как это, туда-сюда, чтобы как бы лучше. И в результате ничего хорошего не получается, потому что ты берешь хила, его, как естественно, в первую очередь бомбят. Ты опять же теряешь бойца и остаешься без хиллера. Понимаешь? Так, ребят, у нас уже 40-е уровни. Мы их быстренько с тобой сейчас бомбанем. И уже, по-моему, на следующем эпизоде нам придется отказаться от Джастина. Ну и, естественно, от морозилки. Хотя здесь вроде бы они так неплохо себя показывают, да, смотри. На 45-х уровнях вроде бы нехило так вжаривают. Ну, эпизод вот полностью вот этого Мания Майки мы пройти не сможем. Элементарно не хватит у нас с тобой мощей. Хотя если... нет, не получится. Даже Зек нам не поможет здесь. У нас Зек 80 уровня, Крис Брэдфорд 72, да, и Арахзар 76. Кстати, их нужно дотянуть, мне кажется, до 80 уровня. Они уже здесь засиделись. Так, ну что, тут у нас, как ты видишь, победа, и мы с тобой передвигаемся дальше. Так, и у нас кто там следующий идет? Два эпизода всего лишь осталось, и здесь у нас Майки Оригинал. 55 уровень. Слушай, а может быть и пройдем? Давай-ка попробуем. Я не буду пока убирать, ребят, Джастина и морозилку здесь. Но буду играть уже сам, своими руками. Чтобы они тут не портачили мне лишних, как говорится, делов. Так, тихо. Вот мне кажется, что все-таки Морозильная Кошка лучше, чем Бакстер Муха. Или тот же самый Кирби. Мне кажется, даже Майки, как его звать там, Майки фильм, и то будет лучше. Так, взять провокацию, наверное, тут стоит, да, чтобы не отгребсти хорошенечко. Так, минус крыса. Две крысы.
Так, отвалите, отвалите. Вам не пробить моего Рокзара, потому что он 76 уровня. На 26 уровней выше, чем вы. Мелочь пузатая. Отлично, двигаемся дальше. Так, здесь у нас кожи головы. О, так, ну-ка бомбочку бросим. Отлично. Так, давай электричество. Пробили и минус кожи головы. Переходим на четвертую волну, где нас поджидают черепашки. И все именно майки Микеланджело. Тыдич. Оу. Давай-ка, наверное, ускоримся. Вот здесь, кстати, мы можем потерять кого-нибудь из бойцов. Можем, но я не хочу этого делать. Так. Ой, что это такое сейчас было-то? Джастин, это что за дешевый трюк такой ты сейчас сделал? Да-да-да, правильно, бейте Рокзара. Не надо усилять команду, парень. Отдохни маленько. Так, мутант-белка под оскорбление нас подставила. Ну-ка. Замедлили. Броню понизили и добили. Так, майки космос. Ну-ка. Слабенький, да, согласись? Блин, ну атакует он нехило. Да иди ты. Морозилка, ну что ты вытворяешь? Она никак не может пробить, понимаешь? Если бы она бы хотя бы, ну, дамажила бы, то было бы неплохо. А только хиляет. Нет, она хиляет, она еще делает бафы. Она ускоряет нашу команду, это тоже не очень плохо. Так, Микеланджело классика мы с вами получили. И у нас последний с тобой эпизод. Ой, нет, друзья мои. Не последний, а предпоследний. Оказывается, их тут 7. А я что-то подумал, что их 6. И здесь нам придется убирать вот их двоих. Втроем, блин, ну тут, понимаешь, перевес в команде. Во вражеской. Мы втроем их, извини меня, пятеро будет потом. Ладно, я все равно хочу посмотреть, попробовать. Если мы пройдем этот эпизод, это будет чудо. Так, хопа. Бронированные тараканы. Кто-то, кстати, сказал, Рэй, а откуда ты знаешь про тараканов, если ты не смотрел мультик? А кто вам сказал, что я не смотрел этот мультик? Вот что меня интересует. Я наоборот, по-моему, сказал, что я смотрел его. Ну-ка, давай-ка, наверное, пробафаемся. Бросим сюда. Я не хочу просто сталкиваться. Во, отлично. Грибы эти противные. Сил нет на них. Ага, так, наверное, начну я с шинигами. Почти. Почти, ребят, получилось, добьем. Так, Макман тоже тут. Еще тут поросенок. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему так стали когти слабо бить, а? Вот это я сейчас, ребят, тут потратил все свои суперудары. Ведь дальше будет у нас черепашки. Именно Микеланджело всяких видов. Так, железноголовый. Нет, провокацию я пока не хочу брать. Так, мухи отвалили. Вот, кстати, бронированные тараканы превращаются вот в этих вот чудиков. Ну, по крайней мере, по второй мутации. Да что ж ты будешь, они мне Криса Брэдфорда не выпускают просто из заморозки, прикинь? Так. Ну что, мухи, потанцуем? Как говорится, добрался я до вас. Ага. Вот, пошел распил. И четвертая волна, последняя. Ох. Так, у нас с тобой хоть что-нибудь откатилось, нет? Ну-ка. Зачем я сюда-то? Ее бы я и так бы забомбил бы. Так, замедлили, но... не всех, и очень плохо. Контратака не повесилась. Так, хиляется майки. Ну что, понеслась, да? Воу-воу-воу-воу. Ёпарас это, ребят. Посмотри, сколько он нанес урона. По Крису Брэдфорду. Так, вешают иммунитет на себя. Хитрицы, однако. Так, этот уходит в невидимость. Вот партизан. Так, ну что, попробуем, наверное. У них еще и меткость повысилась, да, я смотрю. Ать, почему не получилось, а, ребят, пробить? Блин, постепенный урон. Постепенный урон, это плохо. Да что ж такое-то? А, он ниже иммунитет. Я думаю, почему я не могу заблокировать? Не надо, майки, отвали. Я еще того боюсь, он сейчас, по-моему, может сделать какой-то суперудар из невидимости, насколько я помню, да? Чук-чук-чук-чук, пумс! Понял, ребята. У нас с вами провокация-то закончилась. Так.
Рокзар, держись, родной, не падай. Все, тут мы с тобой выиграли. Теперь я сижу и думаю, как бы мне пройти последний эпизодик. Ну, конечно, на 3 звезды вряд ли получится, но хотелось бы просто его пройти для того, чтобы получить Микеланджело Космос. Мне кажется, придется возвращать. Вот вместо Джастина взять нам, наверное, лучше Мондо Гекко. Почему? Потому что он бафать может. Ой-ой-ой-ой-ой. Грибочки эти. Ай, как больно. Вот смотри, что происходит. Ох, Мондо Гекко сдулся, ребята. Блин, это чертово уклонение. Вот попробуй, называется, их пробить теперь. Сейчас морозилочку мне завалят. Хе. Обалдеть просто-напросто. Блин, горелые, как же быть? Им по барабану, понимаешь? Им по барабану, что ты там делаешь. Они все равно бомбят. И бомбят не кисло. Посмотри. Сейчас у нас упадет с тобой Крис Брэд. Я не могу даже попасть. Не, они 70 уровня. И я по ним не могу попасть. Ну, Крис Брэдфорд однозначно отдуплится. Что бы я тут ни делал, я его не спасу. Нет, ну здесь ладно, хорошо спас, но на следующем бою. А тут волн 5. Бесполезняк. Бесполезняк. Бедный Крис упал. Нет, если заморочнуться, я не знаю, правда, как это надо сделать. Это нужно оберегать морозильную кошку, да, от того, чтобы ее не уронили. И только за счет нее здесь хиляться. Ну, как вариант, только так. Слушай, а мы вообще разве здесь не получали свой Микеланджело Космос? Что-то мне кажется, что мы вроде бы как проходили это испытание. Но если посмотреть, как у нас тут идут дела, я сомневаюсь. Так, ладно. Давай-ка. Даже ушатать не могу таракана какого-то несчастного. Что делать, когда мы дойдем до черепашек? Представляешь? Ай-яй-яй. Ну давай, возьмем провокацию. Зачем я это делаю, если тут уже заведомо ясно, что мы не пройдем? Посмотреть, докуда я могу дойти? Ну давай посмотрим. Опс. Ну, до третьей волны дошел. Я думаю, вот с этими букашками можно разобраться. Постараемся, по крайней мере. Так, бросим с тобой бомбочку. Замедление, конечно, работает очень паршивенько, на самом деле, смотри. Сработало только на двоих. А нам... Оу, все. И заморозка, и, наверное, будет сейчас добивка. Ай-яй-яй-яй-яй, поражение. Ну да, друзья мои. Хотелось... Нет, ну можно, конечно, их прапать. Я имею в виду по уровню. Тогда будет немножко попроще, но... Я не уверен, если честно. Ну что, дорогие друзья, мы тогда с вами на сегодня будем заканчивать, да, видосик. Обязательно увидимся в следующей серии. И пойдем уже проходить городская война. В общем, найдем чем заняться. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.